всех парижских кабаре, а конкуренция здесь жестокая. Главная труппа «Мулен Руж» – танцевальная. 80 танцовщиц и танцовщиков, и так уже 40 лет танцевают девочки Дорис. Железная дисциплина. А откуда вы знаете, что такое «Мулен Руж»? Вы вряд ли что-то много слышали или видели про него. Нет, кстати, я очень много слышала и видела, живя в России, когда мне было даже 9 лет. Или 8, я уже об этом слышала, видела по телевизору. 9 лет? Но это же такое кабаре для взрослых, больше. Кабаре для взрослых, но тем не менее. Мне всегда нравился стиль кабаре, я мечтала быть здесь. И так свершилось. Мастер спорта по художественной гимнастике Влада Красильникова – первая русская звезда на сцене первого парижского кабаре. На нее теперь приходят посмотреть специально. С макияжем. Другой человек, она так... Где? Пришлось 5 минут меня искать, но как мама, понимаете...